Город Раменское стал главной площадкой для проведения масштабного 46-го форума «Лидерство – это реальность». На мероприятии обсудили приоритетные направления развития региона в рамках стратегии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Приняла участие в форуме и делегация городского округа Люберцы. В организованном подмосковными общественниками форуме «Лидерство – это реальность» приняли участие депутаты Мособлдумы, члены правительства Московской области, главы 6 муниципалитетов, журналисты и активные жители. Открыла встречу Марина Юденич, зампред общественной палаты региона. Лидерство – это реальность. Мы живем в этой реальности, мы лидеры в этой реальности, а мы исходим из того, что представители гражданского общества – это лидеры. И в этой реальности мы рассказываем о том, как мы живем, чего мы добиваемся, какие прорывы у нас есть, а что у нас пока еще не получается. В ходе форума его участники озвучили массу проблем в сферах строительства дорог и социальных объектов, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта домов. Последний вопрос больше всего волновал люберчан. Мы проживаем в 4-м доме по улице Юбилейная. В прошлом году у нас наш дом как раз попал в программу капитального ремонта. Ремонтировали кровлю, сняли старую кровлю, потек весь 5-й этаж. Подобных организаций в Люберцах больше не будет. Мы об этом договорились, в том числе с Евгением Акимовичем. Это просто такая, как бы, фатальное невезение. В этом году принято решение, что все работы по капитальному ремонту, вся ответственность по этим работам, так же, как и организации, будут от непосредственно муниципальных образований, где руководители муниципальных образований готовы взять на себя эту ответственность. О развитии муниципалитетов в цифрах и фактах рассказали главы Жуковского, Котельников, Бронец, Дзержинского, Раменского и Люберец. Отремонтировать дороги и жилой фонд, благоустроить дворы, сдать 4 детских сада и школу на 1100 мест. Эти задачи назвал приоритетными Владимир Ружицкий. Сегодня форум, такое громкое название «Лидерство – это реальность», а задача форума была одна – понять, что происходит, что мы делаем, возможно, поделиться опытом с коллегами, услышать своих коллег и, в принципе, дальше работать, чтобы на территории все вопросы решались быстро, оперативно. В заключение встречи были озвучены данные аппарата Общественной палаты области и Главного управления социальных коммуникаций. В некоторых муниципальных образованиях решены свыше половины проблем, которые были озвучены в ходе форумов «Лидерство – это реальность». Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.